Цель рейдов – наконец-то взыскать штрафы и задолженности. Помогает в этом людям дорожный пристав. Программный комплекс выявляет в транспортном потоке владельцев автомобилей, за которыми числятся долги по штрафам и налогам. За время проведения рейда было проверено 56 водителей, чьи машины были определены системой как автомобиль должника. С помощью переносного терминала и сервиса онлайн-оплаты взыскано 170 тысяч рублей с физических лиц и 239 тысяч с индивидуальных предпринимателей. Арестовано 9 автомобилей. В основном попадаются злостные неплательщики штрафов ГАИ, неоплаченные налоги. Два человека остановили, являются злостными неплательщиками по алиментам. Смотрим социально значимые производства, смотрим сумму долга. Сумма долга конкретно не установлена. Если должники готовы на месте оплатить задолженность, акт ареста не производится. На добровольную уплату штрафов законодательством отведен срок в 60 дней с начала года. За несвоевременную оплату административных штрафов в суд было направлено 824 административных материала. Совместные рейды госинспекторов со службой судебных приставов будут продолжены.